В 9-м туре первенства России по футболу среди команд ФНЛ ивановский текстильщик уступил московскому «Торпедо». В начале первого тайма красно-черные лишились своего капитана. Денис Фомин получил красную карточку и был удален с поля. Вдесятером футболисты успешно сдерживали натиск соперника, но в конце тайма пропустили гол. Видимо, неудача повлияла на командный настрой ивановцев, потому во втором тайме на 48-й и 60-й минутах москвичи отправили еще два мяча в наши ворота. Лишь под занавес встречи на 89-й минуте текстильщик забил гол престижа. Итоговый счет 3-1 в пользу «Торпедо». Тяжело вдесятером практически всю игру играть. Ребята бились, старались. Может, гол удалось забить. Ну, тяжеловато, сложновато. Много сил потратили. Ну, имеем то, что имеем. Что тут комментировать.